Эй! Эй! Входите, дорогуша, успокойте свою душу. Ты, должно быть, большой плохой человек, мне говорил дедушка. Знаете, он говорит о вас, когда приходит, а также о других, которые вас ждут. Теперь все мы давно мертвы, но вы, мне бы не хотелось оказаться на вашем месте. Мне сказали прийти сюда. Вы их слышите? Они зовут тебя, парень. Наверное, хотят сделать тебе плохо, а? Ты кое-что сделал для старой тетушки Пулет. Может, она тебе поможет. Может, она даст тебе после всего этого маленький амулет. Даст немного магии, чтобы уберечься от злого глаза этого законника. Да, все это очень... даст мне что? Я думаю, что мне дали неправильный адрес. Сделай это для меня, Томми. Эти чертовы ублюдки, эти кубинцы. Сделали трясунчиков из моих любимых гаитянских мальчиков. Теперь они рассказали полицейскому, где я прячу свой порошок. Они думают, что это наркотик. А теперь будь хорошим мальчиком, Томми, и принеси порошок для тети Пулет. А, да, конечно.